смотрели. И это действительно смешно. Вот я примерно такие же эмоции испытал, когда увидел этот трейлер впервые. Другое дело, что я не совсем понимаю, почему люди вот так вот прицепились к мечу. Вот этому... Да, он выглядит скорее как... Блин, вот сравнение с Гарри Поттером в 7-й части, когда он с Волан-де-Мортом, там вот эта плазма какая-то красная шла из палочки у Волан-де-Морта и зеленая у Гарри Поттера.